Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Эмпаут, а я, ну, в принципе, решил, а почему бы и не попробовать, ну, снять Far Cry Primal тебе. Если тебе понравится это видео, обязательно ставь лайк, так я пойму то, что тебе нравится Far Cry Primal, и я, разумеется, продолжу снимать новую серию этого Far Cry. Версия у нас на русском абсолютно. Сейчас вот будем оценивать саму игру с тобой. Так, давай, новая игра. А мини-карта отключена. Так. Исследование мира становится сложнее. Ночь темнее, длиннее. Ваша запас выносливости. Так, выключено. Средний, субтитры, русский, да. Ну давай попробуем. Странники Винжа оставляют мешки с ресурсами на деревьях. В них вы можете найти еду и материалы для изготовления там. Осеева Звижа преследует образы убитых людей и ее народа, а она отрезает уши удам, чтобы заглушить их крики. Волга может улучшить ваши навыки изготовления предметов. Постройте для него хижину, чтобы разблокировать метательные ножи, там и еще прочую фигню. Сила в численности, Такару необходимо там что-то. 1016. Отчет у нас назад что-то пошел. Прикольно. 10 000 лет до нашей эры. Центральная Европа. Винжи, наша кровь, наш народ. Давно-давно много винжи далеко ходить. Потом одни винжи найти урус. Там жизнь, дом для винжа. Но опасность пройти. Удам, воины, что людей есть. Изила, хозяева огня. Они темнота Винжа приносить. Теперь свет пройти. Наши потерянные братья Винжа. Они духом сильные. Они урус искать, нас искать. Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Montreal. Ух, ебать. Здоров, бородатый. Чё, на мамонта, что ли? Иди, Такар.
Погнали, чё. Новые задания. Легенда о Мамонте. Задания доступны там, в территории Тральвали. Так, ну, давай. Let's go. Братюня. Так, новое оружие, дубинка, кровь счастья. Оружие будет доступно в вашем дневнике после завершения задания в поиске. Мы искать маленького мамонта, отделить от стада, потом мы есть. Мы много солнц без еды, и мы убить мамонта, чтобы съесть или умереть. Вон мамонт один, Такар, ты готовым быть. Теперь наши охотники пугать огнем. Иди, иди. Ну, let's go. Опа! Эй, а как метнуть? Последнее копье. На. На тебе пхэт. А дайте мне еще копье. Вау, чувак. На тебе еще. Аккуратно, ты где? На тебе еще в жопу. Да куда ты убежал-то, а? Иди сюда. Сюда иди. Ты моих братьев убить. Точнее, убивать. Новый рецепт, ускоритель. Такар убивать. Да, Такар убивать. На. Да сдохни ты. На тебе в глаз. Оу. Это жестко. Хорошая охота, брат. Хорошо, что хоть копья бесконечные были. Ну почти, я их подбирал. О, заебись. Тигр, тигр, не бежать, не бежать. Назад, назад, стоять. На. Гаси, ёб твою мать! Убить тигра! Такар! Такар! И чё это было? Оу, щит. Прям ебал он. Было больно, наверное. Оу, ты чё-то плохо выглядишь. Не останавливайся, Такар. Ты найти урос, найти наших потерянных братьев. Блин, ты чё-то вообще плохой, дедуль. О. Урус близко, но тигр ближе. Оружие надо. Погнали.
Путь в РУС. Вот и наше новое задание. Лук нужен. Так, лечить. А, ты хаваешь? Так, ну окей, у нас есть карта, по которой отмечены наши шаги. Уже что-то интересненькое. Вот тут что-то подсвечивается. Кремень. О, как сланец. Так. Вы мне расскажете, как мне сделать оружие или еще тут что-нибудь? Ольха. Прочная древесина. Ресурсы будут доступны в вашем тайнике после завершения задания. В поисках Винжа. Так, это что? Тростник. Лук нужен. Еда, первобытное исцеление. Так. Прицеливайтесь. А у меня копье тип есть, Так, я вот тут что-то на тап нашел, потом... Чтобы открыть меню, спасибо. Так, лук. Изготовить. Все у нас есть. Лук. Есть, карта есть. Вот наша карта. Так, ну окей. Лук есть, это хорошо. Восемь стрел, да? Теперь охотиться для силы нужной еды. Охота. Чтобы охотиться эффективнее, нажмите S, чтобы пригнуться и медленно подберитесь к добыче. Удерживайте V, чтобы использовать зрение охотника и подсветить животных кровавые следы рядом с вами. Не подходить слишком близко к добыче. Некоторые звери начнут побегать, если почуют вас. Окей. Я мочь следить глазами охотника. Так, ну окей. И мочь. Найти в жопу. А где попадание? Эх ты. Убрать. Стоп. А почему он сдох? Что-то тут не так. Окей, снять шкуру. Мясо. Шкура козла. Это тоже возьмем. Чтобы поесть, восстановить здоровье, которое у нас нажмите. Так, ну давай это возьмем. Козлы. А, мне надо типа поохотиться. Ну окей. Давай еще козлов поищем. Ага, вот ты. Ну, стоять. Блять. Куда драпанул? О, привет. Стоп, попал? Не попал? Блин, не попал. Вот я косой. Преследовать. Козла. Пить. Ну, попал же. Вот, точно попал. Подбитый. Лег. Все, лег, заебись. Так, этот козел лег. Так,
что тут еще? Пока еще козлов не вижу. Так. Ага, во. На. Все. У них тут кровоточит, оказывается. Все. Попался козырь. Так, ну я выполнил. Ночь приходить искать убежище. Так, ну погнали. Предмет невозможно взять, для него не просто. Зажечь костер. Древесина. Так, хорош. Стрела. Ису. Винджа делать. Я по следам, да, Винджа идти, да, Уруса идти. Тройная точка. Темный путь, я делать дубинкой, нести огонь. Понял твой намек. Дубинка. А, пока не могу, да? А вот теперь могу. Логика. Альха нужна. Вот есть альха. Сколько? Альха 2. Так, отлично. Дубина есть. Как качественно делает, а? Хорошо делает. Умели же ведь люди делать дубинки. Так, поджечь. Вау. Идите по следам Винджа. Удерживайте В для зрения охотника. Ну, вперед. Винджа видите? А, вот следы Винджа. Вижу. Мой факел сжечь ляну. Ну, хуйня. Так, отлично. Пошли дальше. Вот тигра, вот не надо бы мне тигра. Тигры это плохо. Так. Следы Винджа. Мы найти Винджа сегодня. Так. Че, на какую? А, так что ли? Я думал, тут как на крюке из Far Cry 4 надо спускаться на правую кнопку мыши, но это не так. Так, ну let's go. Кровище. Не кровище. Ну да, по следам идем. Все нормально. Тут, кстати, вот это зрение охотника само пропадает со временем. Вот это вот не очень круто. Волки, я пугать их огнем. О, это хорошо. Уж волков напугать можно. Чё-то мне кажется, сейчас скоро огонек туда идет до твоей руки. Это не круто будет. Уходить. Уходить, блять. Уходить, кому говорю. Уходи. Уходи, блять. Пошел вон, блять. И ты. Опускать.
Блять, да идите вы нахуй. Винджи сюда пошли. Никогда не поворачивайся к волку спиной, это плохо кончится. Так, заебись, прошел. Не так уж они и сильно пугаются, но пугаются. Так, что у нас тут по пещере этой? Вроде иду правильно. Это поджечь воспоминающие объекты. Вы можете... А, с помощью горячего оружия. Короче, я могу вот поджечь. Поджечь дубинку. Ой-ой-ой. Вы можете поджечь любое оружие, для этого вам потребуется жир животных. Удержите Q, чтобы открыть электрооружие. Так. О! Селектор оружия, вот как. Круто. Так, ну давай, подождись. Зоо теплое, Винджа рядом. А, прыгать. Так. Тут вот Винджи идти. Хорошечно. Так, обыскать, мясо нашел. Так, веточки соберем, а места нет. Тут тигр, по-моему. Но это не точно. О, ебать, человек нахуй. Ну, кран. За ним бегом. Бля. Ой, я чё, еще одну дубину сделал? Не круто. Так, ну это я могу пожечь, соответственно, но мне это не надо. Так, давай по... О, отлично, подкаты умеешь. Круто. Так. Let's go, let's go. Бегом, бегом. Так, ну давай прыгать. О, нифига ты плавать. Ёб твою мать. Плохо дело. Чёртов тигр. Ты запрыгивать будешь? Ух, ёб твою мать. С этими тиграми. Контрольная точка. Ебать, баба. Тигры! Мать, ты ебанутая? Назад! Утром! Беги!
Слышь ты, Шархан, сейчас пизды получишь. Ебать, рвется-то как. За мной сюда. Урос обнаружен. Я так и думал, то что я нашел. Ты винжа, не из Уруса. На Орроспи? Палу. Я идти много солнц, я такар. Сайла. Сейла. Ты чуть не умереть в пещере тигра. Тигр забрать Удом. Мне нужны уши Удом. Ты одна ходить? У меня укрытие, еда, идти. Идти. В Урусе много уникальных мест, которые ждут своего исследователя. Изила подчиняется свирепой воительнице по имени Батари, которая полагается на силу солнца, чтобы сжигать своих врагов. Вы можете разжечь огонь или сигнальный костер с помощью любого горящего оружия. Ешь. А, да. Ты что даешь? Где другие винджа? У, вождь Удом разрушает дом Винджа. Удом убивать много Винджа. Теперь Винджа одни. Нет дома в Урусе. Укус тигра глубокий. Я помочь. Кора Ивы снаружи. Ты принести. Ой, Кора Ивы. Чё-то уже сам тут зачитался. Ты искать зеленые листья, лечить рану. Зеленые листья возле реки. Глубокие раны. Контрольная точка. Так, сохраниться-то я тут могу, ну да. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы продолжим в следующей серии проходить Far Cry Primal. Ну, короче, жди до следующего четверга. Ну что ж, всем удачи, всем пока.
И, кстати, о выходе Far Cry 5 я знаю. Просто у меня пока нет возможности его снимать. Ну что ж, ладно, всем пока.